Его зовут Иоганн. И здесь, если вы посмотрите, те как раз необходимые вещи для труда, для искусства. Кто он, чем он прославился? Король саксонский в середине 19 века. Он переводит божественную комедию Данте с итальянского языка на немецкий язык. Да? Это вот как раз саксонский курфюрст. Мы, не курфюрст, а король, стоит перед зданием Земпер-оперы. Строилась она 3 раза. И почему? Конечно, первый тут появляется театр, еще в 18 веке была труппа, и здесь находился небольшой дощатый театр. Ну, именно во времена Августа Римского. Но в 19 веке, в 1831 году, Готфрид Земпер, именно архитектор из Дрездена, начинает строить театры, где была самая акустика, называлась эпоха вообще веселого и раннего возрождения. В стиле барокко он строился, этот театр. Если вы посмотрите, тоже была вот эта экседра и то, что вот входные, как бы видите, как триумфальная арка, ворота. И наверху несется на 4 пантерах. Это кто у нас? Это Дионис. Дионис, он, конечно, всегда обычно в театрах присутствует. Он не только бог вина. Он изображается еще и всегда с плющом. Именно когда Зевс влюбился в молодую женщину, а женой у него была Гера, Зевс, конечно, хотел ее соблазнить, но Гера этой молодой женщине сказала: «Ты, пожалуйста, попроси